Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, и опять вернулся. Это очередной выпуск мод-обзора. Сегодня у нас мод для Max Payne 1. Как бы то ни было, навсегда есть одна классика. Двойное оружие. И я не знаю, как можно брать и забывать о такой классике, как реально двойное оружие. Просто вместо, к примеру, одного обреза взять два обреза в руки. Ну и даже если с пистолетами, вместо одного пистолета взять два пистолета в руки. Это классика. И сегодня мы именно это и увидим в Max Payne. Но абсолютно все оружие будет у нас по две руки. Даже два дробовика. Как вам такое? Max Payne Terminator, самый просто настоящий. Два дробовика уже в руки взять, это уже самый настоящий идиотизм, честно говоря. Ну да ладно. Что-то подобное мы уже видели. Видели где? Да, в Матрице. Потому что, ну знаете ли, Матрица это классика. Да и абсолютно все. Абсолютно... куча просто мододелов, то и делали, что брали концепты некоторые с Матрицы. Это кунг-фу, это замедление времени с музыкой обычно, да и невероятно много чего. Оружие, двойное оружие, повторение одного и того же самого оружия без никаких различий. Окей, здесь этим ничего такого. Просто покажу вам в целом, что здесь у нас есть. Появились MP5. Две штуки, как вам такое? Неплохо ей. Я бы даже сказал, вообще идеально. Давай, прошли вместе. Пока можешь идти еще. Больше не сможешь. Два кольта. Быстро. Быстро. Прямо так, как надо. А ну-ка. Неплохо. Прощание всегда. Окей. А теперь время дать им жару. Всем дать жару. Окей. То есть я даже не подпрыгнул. Окей. Все? С вами справился? Окей, никаких проблем. Вайн Грема. Я должен что-то здесь говорить. Это было. Это было еще как было. МП5. Не, было уже давно. Давно-предавно. А вот М79 две штуки. Вот такого я припомнить не могу. Хотя, наверняка, где-то и был в каком-нибудь там долбанутом моде. А долбанутых модов я показывал. Несколько уже штук на Max Payne. Blue Shit. Еще какое-то совсем неприятное название. Дезжа... ФГ и такое другое. Окей. В любом-то случае, мы уже, по сути, оканчиваем, потому что дальше ничего совсем нет. А что вы ждали? Двойное оружие? Это просто двойное оружие. И здесь таки есть. Max Payne первым просто двойное оружие. Вот так. Но интересно, как работает здесь два гранатомета. Увидим. Прямо сейчас мы это увидим. Окей. Хоп. Гениально. Вау. Это вообще ничего не просто не оставляет. Нет врагов. Нет того места, где это было сделано. Вау. Место выстрела просто стоит адом. Неплохо. Если так. Не откроешься, да? Не откроешься. А жаль. Жаль только, что, к примеру, сделали там, допустим, две гранаты, два коктейля Молотова. По сути, можно было сделать, просто две руки берут и бросают их одновременно. То есть взять анимацию одной руки, вот, к примеру, просто на две. И все. И бросать по два Молотова, по две гранаты. Снайперская винтовка. Давно уже вроде были сделаны две, я вроде бы видел в Матрице две снайперской винтовки. Так что мод, по сути, в какой-то мере даже не доделан. Есть в нем что-то не двойное, а одинарное. Ай-яй-яй-яй-яй. Двойное оружие. Может быть, я в двойном оружии, я хочу видеть двойное оружие. Да? Я его увидел, по сути. Мне это понравилось. Два дробовика ты увидишь не каждый день. Тем более так. В любом случае, с вами был Вован. Всем пока. До следующей встречи.